Добро пожаловать на канал Королевство вкусных блюд. Сегодня мы с вами приготовим вкусную быструю закуску – жареный сулугуни. Подавать его лучше в теплом виде. Он получается такой тянучий, вкусный. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить еще вкусные, интересные рецепты. Давайте начнем готовить. Для этого нам понадобится сулугуни. Разрезаем его, формируем треугольники. У нас получится 8 кусочков. Толщина каждого кусочка примерно сантиметр. В миску убиваем яйца, солим и взбиваем до однородной массы. Берем панировочные сухари, сулугуни обмакиваем в яйце, обволакиваем в панировочных сухарях, так проделаем 2 раза. Старайтесь обмакивать в сухарях хорошо, чтобы при жарке не вытек сулугуни. Жарим в уже разогретом растительном масле на большом огне. Жарить примерно надо будет минуту. Только обжарить сверху до золотистого цвета, то есть он у нас не сырой. Выкладываем на решетку, чтобы стекло лишнее масло, и подаем к столу в горячем виде. Можно украсить красиво. Вот такая вот красивая подача у нас получилась с легкой закуской. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, делитесь им с друзьями, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, и до новых встреч! Готовьте с любовью, живите вкусно!